Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот напиток кофейный с ароматом карамели. Здесь 10 пакетиков, на самом деле он у меня уже открытый, не удержалась, один я все-таки выпила, так как долго ждать обзора. Да, покупала его в фикс прайсе за 50 рублей, а вот написано карамель, да, 3 в одном. С орлом. Помните, наверное, в 90-е годы был такой что-то типа кофе с орлом. Вот они на прилавках у нас появились снова. По 18 грамм, да, вот 10 пакетиков. В составе есть 3 Е-добавки. Ну, в принципе, это не удивительно. Фотография состава будет в конце ролика. Вот так здесь написано, вы высыпаете в стаканчик, кипятком заливаете и размешиваете. Вот, давайте его с вами откроем дальше. Вот они такие, зелененькие. Не знаю, напишите в комментариях, отличается ли вкус от того пакетика, допустим, от того такого кофе, который был в 90-х годах, или нет. Вот, посчитаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну да, одну я выпила, 9 штук получается. Вот. На ощупь они такие. Воздух там есть, его так много, такой он симпатичный. Кстати, его буду сейчас пить на ночь, заодно в комментариях напишу, продолжает ли мне хотеться спать или нет, реально он будет помогать или нет. Я думаю, скорее всего, нет, это просто кофейный напиток, то есть это не кофе. Тут даже, кстати, вот есть зацепочка, где можно оторвать. Здесь все то же самое написано, как на упаковке, 18 грамм, даже не 20, а 18. Написано «Арома», честно говоря, я не помню в 90-е годы, что там было написано. Я помню, что был орел, и все. Вот остальное я не помню, что там было. Вот у нас стаканчик есть. Напишите в комментариях, кто помнит. Можно, кстати, наверное, в интернете поискать. Так. Оторвалась чуть-чуть. Пахнет, да, пахнет карамелью. Так. Ну вот я прям вижу здесь кристаллики сахара. Сахара, прям такого сахара кристаллики. Да, здесь больше такой кофейный напиток. Такой прям как песочек. Вот. Такой довольно много. Здесь его. Пахнет вкусно. Давайте зальем его кипятком и попробуем. И заливаем кипятком. Все растворилось довольно хорошо. Он перемешивать надо сразу. Пока я чайничек уносила, время прошло. Такого он карамельного цвета, горяченький. Немножечко подождем, чтобы он остыл, так как горячий я не пью.
и будем с вами пробовать. Так, ну вот и остыл наш карамельный напиток. Осадка нету. Выглядит он так же. И давайте будем пробовать. Ложечка, кстати, очень вкусная. Он очень вкусный. Вкус такой действительно карамели. При том, то, что он у меня был уже открытый, я его до этого попробовала, мне очень понравился. Да, он действительно как напиток, то есть это не кофе, ну какой-то кофейный, да, напиток, но это не кофе. Вот сейчас я записываю ролик, у нас час ночи, и я как хотела спать, пока что так и хочу спать. То есть, ну просто его можно там попить, допустим, с какой-нибудь печенькой Орео, например, там, или с шоколадкой, может быть, какой-нибудь, просто чисто как напиток. Например, также вы пьете какао, цикорий. Это вот тоже типа подобное, но только, наверное, здесь состав наверняка побольше. Ну ладно, фотографии, в принципе. А, так, хотя вот я вижу. Раз, два. Ну, 5. Да, 5 я добавок здесь. Хотя не знаю, в цикории. Я не думаю, что там такой большой состав будет. Очень вкусно. Вот его, кстати, я советую. Мне прям очень понравился. Знаете, его вот хочется и пить, и пить, и пить. Я бы сейчас вот следующий сделала, следующий. Кстати, во всех магазинах по-разному, я замечала. В одном магазине берут только вот эти вот пакетики. А в другом магазине у нас еще есть красненький. Сейчас покажу. Вот такой еще у нас красненький. Я сейчас сделаю обзор. Он будет выйдет после этого, наверное. Или они, не знаю, как там друг за дружкой выйдут. В другом магазине берут только этот, а зеленый не берут. То есть везде народ разный. И берут, естественно, тоже разное. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие мои ролики, влоги, как мы с сынком живем, очень интересные, чем занимаемся и как мой сынок развивается. Также кулинарные рецепты, живопись, вот, и много-много интересного. И всем пока-пока!